Огромный привет всем зрителям моего канала. Сегодня у меня видео с домашними спа-процедурами. Буду вместе с вами делать, наносить маски на лицо, делать такие спа-процедуры, рассказывать о своих ощущениях, понравилось, не понравилось. И если вам видео такие на эти темы интересны, то оставайтесь со мной. Я уже не первый раз получаю посылку от компании LEC. Они мне уже как-то присылали свою продукцию. Это и шампуни, и маски для волос, и крема. Если вы пропустили, не видели это видео, я вам в подсказочках вверху оставлю на него ссылочку, можете посмотреть. А сегодня они мне прислали свои новинки. Это различные маски для лица и маски для зоны под глазами. Вот так вот они выглядят, я их уже распаковала, пыталась сохранить в хорошем виде для того, чтобы вам показать, не заляпать, хотя было это очень сложно сделать. Скажу так, что я вообще любительница масок для лица. Если вы давно смотрите мой канал, то вы, наверное, помните, что у меня есть целый плейлист с уходом за лицом и конкретно плейлист про маски. Я также вам оставлю в подсказках этот плейлист. Я делала там различные глиняные маски, экспериментировала, ну, по-всякому, но, конечно же, уже когда готовая маска из баночки, вы просто ее выдавили и донесли, это намного проще, чем самим разводить. Если вы не любитель вот этого всего наколачивания масок самостоятельно, то это как раз то, что вам нужно. И новинка для меня, это, конечно же, была маска под глаза. Но о ней чуть позже. Сейчас хочу вам напомнить, что если вы смотрите мой инстаграм, вы видите, что я сейчас делаю очень много постов на тему за волосами, поскольку участвую в битве Hairstyle Battle. Еще битва не началась, она скоро начнется, и я тогда вам буду говорить о том, чтобы вы за меня голосовали, но пока она не началась, обязательно подписывайтесь на меня и на YouTube, и на Инстаграме, следите за моими новыми выпусками, и я буду очень надеяться, что вы мне поможете в будущем голосовании. Что касается масок, я решила прямо перед вами тут наносить ее на себя. Предварительно очистила лицо тоником в этой зоне. Конечно же, для того, чтобы наносить маски, нужно очень хорошо очистить лицо. Я вам предлагаю всегда это делать тщательно, вплоть до того, что сделать даже какой-то небольшой пилинг, скрабирование кожи лица, чтобы маска лучше проникала в кожу и больше эффект для вас давала. Поскольку у меня не получилось сегодня хорошо там отскрабировать, ну, я по максимуму ее очистила. Обязательно надеваю на голову ободочек. Первым делом я нанесла маску на зону вокруг глаз. Если вы не знали, что такая существует, то да, существует, и это очень круто, я считаю, поскольку лично у меня проблема с темными кругами под глазами всю мою сознательную жизнь, вплоть до школьного возраста. Почему-то эта кожа под глазами у меня очень тоненькая, и без консилера я сейчас не обхожусь. Хотя, когда я начала пользоваться данной маской, мне стало намного проще. Эта маска называется восстанавливающая маска против темных кругов под глазами. Я ее нанесла обычной кисточкой под зону под глазами, и также, как советуют косметологи, нанесла и на носогубные складки, которые по своей структуре, эта кожа очень схожа с кожей под глазами. Поэтому, если вы покупаете маску под глаза, можете также наносить и на эту зону. Производители пишут, что такую маску лучше использовать при недостатке сна, в результате длительной усталости, стресса, длительной работы за компьютером, при нехватке кислорода и при повышенной пигментации кожи век вокруг глаз, если у вас появляется какой-то синюшный и непривлекательный оттенок. И я считаю, что это очень круто, поскольку, ну, мне кажется, каждый день можно вечером перед сном нанести данную маску, и она в любом случае вам не помешает. Вы напитаете эту зону, если вы, тем более, вы забываете наносить сюда крем под глаза, то это дополнительное еще питание, и вам надо меньше пользоваться кремом под глаза. Держать такую маску можно минут 15, я одновременно ее ношу с маской на все лицо. На маску на все лицо мне прислали два вида, я сейчас вам расскажу про первую. Это активная маска для лица с пептидами. Я ее также наносила кисточкой на все зоны, кроме уже зоны под глазами. И о ней говорят, что данная маска является интенсивной поддержкой и возрастной кожи, и кожи с признаками старения. И
Тетрапептиды в основе маски стимулируют выработку собственного коллагена, эластана и гиалуроновой кислоты в клетках кожи, а также замедляет основные признаки старения и увядания кожи. Активизируется синтез коллагена, эластана, повышается упругость кожи. За счет интенсивного увлажнения и утолщения эпидермиса уходят мелкие морщинки. Состояние глубоких мимических морщин улучшается на 25% и устраняются также пигментные пятна. Мне кажется, как раз после лета, когда закончился сезон вот этого яркого солнца, это сейчас очень актуально, поэтому пользуйтесь активно масками в осенний период. И кроме этого, мне дали маску отбеливающую. Я, конечно же, нельзя сказать, что я там белокожая и страдаю какими-то веснушками или пигментными пятнами, но даже у меня за этот период летний появились небольшие, ну, может быть, их можно назвать веснушками, поэтому мне отбеливающая маска не помешала, особенно на области носа, где они появились, и я ей довольно-таки хорошо попользовалась и уже заметила эффект. И про нее я скажу вам отдельно, я ее сейчас в видео не наносила, поскольку я ее наносила буквально вчера. Могу сказать, что данная маска точно так же, как и предыдущая, и смягчает, и увлажняет кожу, и питает ее. То есть, в принципе, по своему эффекту, я могу сказать, что разницы особой с вот этой вот второй маской для лица я не заметила в плане эффекта на лице после того, как я ее смываю. Кожа одинаково гладенькая, мягенькая, увлажненная. Просто здесь добавлен эффект отбеливания. Поэтому, если вы страдаете пигментными пятнами, то, конечно же, попробуйте данную маску. Я думаю, что, возможно, именно она вам поможет с ними справиться. Что могу сказать по эффекту? Я вот при вас нанесла, только что смыла и даже не наносила сейчас на кожу ни пудру, ни какой-то тональной основы, специально, чтобы вы видели эффект, то могу сказать, что кожа вокруг глаз сейчас безумно мягенькая, даже не хочется к ней прикасаться, и наносить на нее дополнительно крем тоже не хочется, то есть она очень напитанная. Кожа лица тоже очень приятная, я сейчас, наверное, так посижу, не буду ничего наносить, уже, может быть, когда на улицу пойду, тогда что-то нанесу, но эффект мне от нее понравился, потому что у меня кожа достаточно сухая, и мне всегда не хватает увлажненности. Если в маске я часто добавляла там глину, мне потом хотелось сразу же нанести крем. Здесь такого ощущения, что хочется нанести крем, нет. По своей консистенции мне эти маски напоминают жирные крема, то есть они не берутся ни пленкой, не берутся каким-то вот слоем, чтобы засыхало. То есть такое ощущение, что вы просто нанесли очень жирный крем на лицо. Я, правда, не знаю, как людям с кожей лица, склонной к жирности, эти маски понравятся или нет, но тем, у кого кожа лица склонна к сухости, как у меня, я думаю, они подойдут. Поэтому я, конечно же, могу вам их порекомендовать. Мне они безумно понравились. Спасибо компании LSI, что предоставили мне эти маски. Я буду с удовольствием ими и дальше пользоваться. Правда, у меня возникает вопрос, насколько мне их хватит, потому что такая огромная туба, например, для маска для глаз, ну, зоны под глаза, что если эту маску на лицо я еще понимаю, за сколько я могу ее использовать, то что будет с этой маской? Мне, наверное, надо будет половину отлить своим родственникам, поделиться, потому что, мне кажется, я ее и за год не израсходую. Вот, на этом буду видео заканчивать. Спасибо, что досмотрели его до конца. Мне было очень приятно с вами поделиться новинками косметики. Я надеюсь, вам оно было полезно. Если это так, то обязательно поддержите меня лайком. И, как всегда, я говорю, чтобы вы внизу писали, какие видео вы ждете на моем канале. Я буду стараться выполнять ваши запросы. Всем спасибо, до скорых встреч, всем пока-пока!